Ребята, привет! С вами вновь канал Crypto Club. Здесь вы найдете обзоры перспективных ICO и блокчейн проектов. Сегодня у нас на обзоре проект Elysian. Да, искал о нем информацию, изучал сайт. Очень интересный проект, весьма-весьма впечатляющий. По крайней мере, меня он точно впечатлил. Что конкретно, да, что вообще-то за платформа? Ну вот они заявляют, децентрализованная платформа на блокчейне для создания веб-сайтов электронной коммерции. Да, то есть на этой блокчейн-платформе можно создавать свои сайты, собственно, будет вот особенно предприятиям, производящим продукцию, да, которые не хотят реализовывать, ну, свою продукцию через посредников, а могут делать напрямую это через платформу Elysion. И это будет, кстати, все очень быстро, безопасно, доступно и качественно сделано. Вот, давайте посмотрим сайт. Интересный проект, расскажу о проекте более подробно. Вот, смотрите, собрали они уже хардкап, да, 7 миллионов долларов. Вот у них заявлено высокие рейтинги у проекта 5.049. Ну, прямо вообще практически 100% реализация. Здесь они указывают своих партнеров. Вот умный контракт, да, который выложили они на гитхабе, с помощью которого будут работать алгоритмы платформы. Вот по ценам, да, по ценам, что при ICO вот стадия была 6 центов за токен было, сейчас вот уже доходила цена до 12 центов за токен. Вот смотрите, проект, платформа разрабатывает свой алгоритм для решения безопасности, да, ваши все данные, ну, допустим, введете вы свои, ну, свои контакты, имя, фамилию, e-mail, телефон, данные банковской карты, да, вы можете не беспокоиться, что они потеряются где-то или что хакеры взломают и ваши данные уйдут в сеть, да, вот с помощью алгоритма, который разработала программа, ну, разработала команда Elysian, вы можете быть спокойны. Вот, это одна из особенностей платформы. Второй момент, это то, что давайте пролистаю чуть вверх, расскажу, да, а потом посмотрим сайт. Второй момент связан с дизайном. Ну, вообще, очень интересное решение. Внедрили они искусственный интеллект, да, который будет отслеживать действия пользователей и смотреть, где ему на каких сайтах больше нравится, где он проводит больше времени, что он куда нажимает. И на основе всех этих данных он уже будет формировать под конкретного человека, то есть под вас, такой сайт, который вам по душе, на котором вы захотите проводить время и на котором вам будет приятно. Вот это очень, я бы сказал, инновационное решение. Вот. И третий момент, это они внедрили технологию VR, да, технологию виртуальной реальности. Это вообще беспрецедентный момент, на мой взгляд. То есть, смотрите, вы можете, собственно, вы сидите в интернет-магазине, да, а вам предлагают надевать очки виртуальной реальности, и вы оказываетесь как будто в онлайн-магазине, ну, как будто офлайн. Вот, захотели и померили, допустим, кроссовки, да, посмотрели, они уже, ну, в 3D, даже не в 3D, сколько виртуальная реальность у нас, наверное, 5D, вы гораздо лучше рассмотрите, да, тот товар, который вам понравился. Вот, это, конечно, очень интересное решение. Посмотрим, как это все будет реализовано. Ждем, не дождемся, когда это будет. Сейчас посмотрим дорожную карту.
проекта. Вот здесь они, собственно, описывают, да, все рассказывают про себя, платформа e-commerce, безопасность, ну, собственно, это все те моменты, и вот искусственный интеллект, виртуальная реальность, о которых я рассказал. Вот, также платформа может быть масштабируемая легко, да, здесь у них представлены документы, white paper, вот дорожная карта, расписана с второго квартала 2017 года, когда они придумали свою концепцию, разрабатывали ее, вот, частная продажа была, вот, и этап pre-ICO в третьем квартале у них будет расширение команды и запуск официального кошелька для, ну, для компьютеров Windows, даже Linux и macOS тоже будет. В четвертом квартале запустят мобильный кошелек для телефонов, да, для Android и iOS устройств. Затем будет реализация вот частного блокчейна для хранения данных. Запуск официальной товарной программы вот будет во втором квартале 2019 года. Но это будет примерно через год. Вот, и в третьем квартале они официально запустят свою платформу. Дальше уже пойдет интеграция с различными сервисами. Вот, будут расширять список альткоинов, принимаемых, да, криптовалюту будут, конечно же, принимать. Вот, планируют свои офисы открыть. У них карты, конечно, дорожно интересно расписано, весьма впечатляюще, я бы сказал, вот, аж до 2024 года. Ну, здесь, можно сказать, до 2021, да, и вот искусственный интеллект будет интегрирован в 2020 году, а виртуальная реальность в 2021, то есть, ну, примерно через 3 года, но, ребята, стоит этого ждать, потому что это будет, я думаю, бомба. Вот, ну, здесь они расписывают распределение токенов и средств, да, как это, если soft cap собрали, здесь они уже собрали hard cap, 30% они выделяют на маркетинг, весьма интересно. Вот, что еще здесь они пишут, здесь, собственно, приводят свои преимущества относительно других платформ, да, блок их, вот, пресса, здесь в основном крипто СМИ собраны, кто о них пишет, ну, не только, конечно же, крипто СМИ, но основная лента у них вот так вот сделана, и немножко фотографий из их офисов. Вот, ну и все, здесь на этом сайт заканчивается. Также сайт имеет несколько языков, это интересно. Я вот на русском, да, сайт перевел и на русском смотрел сайт. Вот, такой вот, ребята, проект. Я думаю, он очень перспективный, в него люди тем более поверили, им заинтересовались, да, хардкап собрали до конца ICO, еще, в принципе, ICO еще идет, но, по-моему, все средства уже собраны. Вот, не знаю, будут ли еще не добирать или же нет. Посмотрим. Спасибо, ребята, за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии. Буду рад вам ответить. Всем добра.